Расскажу про обзор мотобора чемпион АЖ-252, да, китайский. Брали мы его за 7 тысяч, сейчас, по моему он стоит 11. Идут к нему, бывает, в комплекте 200 диаметром шнеки. Потом мы покупали 15, но метровые. Потом наставки покупали еще за 4 тысячи небольшие, чтобы копаться на глубину метр. То есть это все как бы можно дополнительно еще покупать. Видите, в каком он состоянии. Работает у нас он уже около где-то лет 7. То есть ломался один раз. Почему? Угробили его зимой. Но самое главное, незаменимый помощник для тех, кто профессионально устанавливать заборы. Ну и в хозяйстве, конечно, можно ямы им копать. То есть копаете несколько, потом выкапываете какую-то яму. То есть помощник незаменимый. Копаться можно, вот этот шнек там на 70 сантиметров, да, на 200. Можно метровым там 15 диаметр. Но... хочет его использовать и не в профессиональных целях, все равно очень удобная вещица. Кто может себе позволить? Может, он там любит что-то копать, выкапывать, или там, опять же, кладоискатель, ну или еще там кому-то. Нам надо копать. Взял буром, захерачил и пошел дальше копать на глубину, потому что лопатами тяжело копаться. Что про него могу сказать? Как мы его угробили? Угробили мы его на одной из установок. Зимой, в декабре, клиент меня попросил, надо копать. На него вдвоем, втроем ложились, он не копает. Короче, сгорел там какая-то херня, отдали мы за один ремонт, по-моему, 1600. Все, он опять снова работает. Какие у него бывают минусы? Ну, прокладочки где-то надо менять, тут там где-то бензин потекает, я сейчас тут не могу показать. Вот, когда мы им работаем, там перевозим, снимаем, естественно, шнек, вот тут вот восьмерочка, закрутили, закручиваете гаечка, чтобы у вас ничего не соскочило. Сцепление, газ, стоп, дергаем, заводится, все хорошо работает, жалоб нет. Опасность какая? Когда бывает мотает, да, бывает очень сильно закручивает, нет у него там, как говорится, стопорится, очень опасно. Главное, чтобы он вас вот так руками держишь его, он мотает, если где-то он что-то там встал, зацепил корень, то есть а продолжает мотать, вас может чуть ли не самих намотать, если у вас нахер слабая сила. Его вот еще по писюну может, по яичкам по вашим задеть, поэтому будьте аккуратны. Потому что может вот так начать вращаться очень сильно, наоборот, и бить вам сюда, куда угодно. Это тоже надо быть аккуратным, потому что любым инструментом...